Всем привет, с вами Андривар. Ну что, попробуем на моем канале снять еще что-то необычное. В этом видео на повестку дня выношу две новости. Первое — это зашкварный видос Аурума по смешным моментам. И действительно ли они такие смешные, как он про них говорит. И вторая новость — это бесплатные гемы в Clash Royale и продажный YouTube. Вообще, как это работает. Но обо всем по порядку. Погнали. Первое — это сегодня, буквально несколько часов назад, Аурум выпустил свой видос по поводу смешных моментов. И, блин, это просто рука-лицо, не только у меня, но и взрыв комментов у него под данным видео. Я просто не ожидал, что столько негативных комментов может быть у ютубера, у которого 1,5 миллиона подписчиков. То есть, когда читал я эти комменты, я понял, что вы у меня святые. Вот кто меня смотрит, вы святые люди, и гневных комментов под моими видео нет. Их просто нет, они в минус уходят, их настолько не существует. Просто когда я читал все гневные комменты под данным видео. И если честно, есть за что, потому что видос настолько убогим получился. Я понимаю, что это первый видос Аурума, я понимаю, что он экспериментирует. Я понимаю, что он особо таким никогда ничем не занимался. Но люди, у него 1,5 миллиона подписчиков на канале. У него такие ресурсы, такие возможности. А он снял видос на уровне где-то вот моих 8К, может быть 1000К подписчиков. Может быть 100 подписчиков. Он реально снял видос на уровне моих школобичеров, про кого я снимаю. Потому что настолько не смешные, баянные моменты подобрать, это надо было постараться. Это действительно надо было постараться. Все, практически все моменты я уже давным-давно видел, они настолько зашкварные и настолько не смешные, что я не понимаю, как он пропустил, как его цензура пропустила выпустить такой видос у себя на канале, где, еще раз повторюсь, 1,5 миллиона подписчиков. Ну, практически 1,5 миллиона. Такое видео недопустимо, ну, по моему мнению, такое видео недопустимо. И комменты говорят сами за себя. На самом деле, настолько много негативных комментов, и люди прям отчетливо говорят, что все это видели, все говно, не смешно, сделай хоть что-нибудь нормальное. Люди готовы смотреть такую рубрику, это реально прикольно, такая нарезка под музычку, такие пикантненькие моменты в Clash Royale, люди готовы это смотреть, если будет на что смотреть. В этом видосе не на что смотреть. Музыка говно, картинка говно, подача говно. Что там смотреть? Я понимаю, что это в данном случае только мое мнение, но мое мнение совпадает с большей частью аудитории у него на канале. Я надеюсь, он все-таки прислушается к своей аудитории и постарается подобрать больше смешных моментов, интересных, не зашкварных, не спизженных с каких-то других ресурсов, а действительно своих прикольных моментов. Ну а вторая новость — это по поводу продажного YouTube. Честно, я даже не ожидал, что просто за бабки можно все что угодно купить. Можно купить аудиторию, можно купить кучу просмотров и онлайн эфир, который будет всплывать всем, кто хотя бы хоть единожды заходил в ролики по роялю. Постоянно, просто каждый день мне ночью всплывает вот этот ролик с в рекомендованных, что можно выиграть бесплатно гемы, бесплатно 14 тысяч гемов, и постоянно одно и то же в эфире крутится. Показывается, что надо зайти на их сайт, royal.com, пройти минимальную просто регистрацию, просто законнектиться, вбить свой ник, пройти вот это все, подождать, пока этот сайт определит тебя, определит, что есть такой ник в рояльчике. Потом вы выбираете, какой приз вы хотите. Это видос старый, я вам дальше покажу, какой он новый будет. Это я просто нарезку то, что я вообще каждый день вижу у себя в рекомендованных по ночам, когда делаю монтаж своих видосов. После того, как регистрация проходит, нам предлагается скачать и установить игрушку Lord Mobile, немножко в нее поиграть, и тем самым мы будем зарабатывать гемы. Ну, на картинке так все просто, в этом видосе все так просто. Но давайте посмотрим вообще, как это происходит. То есть, получается, они скачивают игру, устанавливают, заходят в нее, немножко играют, что-то тыкают, потом дальше просто тупо переходят в Clash Royale, запускают Clash Royale. Смотрите, что происходит. Такое бывает, такое возможно. Гемы зачисляются, зачисляется 14 тысяч, мать его, гемов. Кто немножко обладает интеллектом, понимает, что это тупой развод, но настолько качественный, настолько проплаченный тупой развод, это, конечно, надо уметь. Фри 14 тысяч гемов, да-да-да, чуваки. И каждый день одно и то же, один и тот же ролик. Я не поленился, если честно, зашел, конечно же, на этот сайт, но посмотреть, вдруг там действительно 14 тысяч гемов раздают, я сейчас какой топовый видос выполню, но на самом деле все фигня. Зашел я на этот сайт сразу с компа, мне было любопытно вообще, будет ли с компа работать. Смотрите, здесь отличная такая регистрация проходит, мы сможем тут выбрать сколько нам надо, конечно же, по миллиону всего выбираю. Жму-жму-жму...
И здесь я нажимаю Verify Now, и все, и начинается загрузка. Ну, потому что у меня не телефон, а на компе это все проходил, просто идет загрузка, и ничего не происходит. На что бы я ни нажимал, здесь ничего не происходит. Но тогда я решил, ну, раз на компе не получается, давайте попробуем на телефоне зайти, посмотреть, что же там. Точно так же прошел всю эту регистрацию, точно так же зарегистрировался, установил эту игру, в нее поиграл, добрался до третьего левела. Ну, короче, потратил немножко своего времени. И захожу я потом такой на их сайт, смотреть, что же там дальше, какой пункт дальше выполнять. А там что я вижу? Ерор я там вижу. Все, ерор. Больше ничего не вижу. И я заходил через 2 минуты, заходил через 5, через 10, через полчаса. И ерор также у меня висел. Я такой думаю, ну может быть это гема мне уже зачислилась. Надо просто в рояльчик зайти и начать играть с 14 тысяч гемами. Захожу в рояльчик и... 100. Угу. Как и было после начала игры. Оп, смотрите, 102 началось. Это ж я сундук открыл, какое началось. Не, на самом деле, вот тупой развод, и как можно просто за бабки выбиться в рекомендованные всем. Как можно за бабки иметь на канале, на котором всего лишь там по 100 человек подписанных, просто левых 100 чуваков фейковых подписано, иметь на канале по 6, по 10 тысяч просмотров, онлайн просмотров. А потом YouTube блочит видосы разных блогеров, самих блогеров блочит, потому что он, видите ли, не подходит по какому-то контенту. А вот это реально фейк. Просто фейковый сайт рекламировать Lord Mobile, чтобы люди устанавливали эту игруху, это, конечно же, можно. Это можно в рекомендованных, чтобы висел этот тренд, это чтобы можно было постоянно каждую ночь выскакивало и несколько часов это крутилось, притом сразу на нескольких платформах. Это я просто показал вам один из сайтов, а на самом деле каналов просто куча. У меня может иногда одновременно и по 2, и по 3, и по 4 выскакивать, и на всех одно и то же видео. И вот этот фейк каждую ночь мне крутится. Ну что, народ, а теперь в конце у меня вопрос возник. Как вам зашел такой контент? Вдруг у меня иногда будут появляться похожие мысли, снимать, не снимать, что вы про это думаете? Ну, пишите комменты, как всегда. Ставьте лайки, дизлайки вам, что вам понравилось, не понравилось. Ну а с вами был Андрей Вар, всем пока.